Сообщение о возгорании дома поступило на пульт в 9:00 вечера. Когда спасатели прибыли, постройка была полностью охвачена огнем. Погибла 45-летняя женщина. В настоящее время устанавливается причина пожара. Утром этого дня также зафиксировано возгорание бытового помещения в 27-м квартале. А в ночь на четверг в микрорайоне «Строитель» огнем был уничтожен частный дом. С наступлением холодных температур у нас возросло количество пожаров именно в садоводческих и некоммерческих товариществах. Особое внимание хотелось бы уделить именно по использованию неисправного печного отопления, чтобы люди вовремя производили ремонт данных печей, а также не пользовались электронагревательными приборами кустарного производства. Ангелина Борисова, Альберт Домнин, новости 360 Ангарск.